Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 158 сантиметров, вес 56,5 килограммов. За плечами две профессиональные победы, ни одного поражения. Представляет клуб Pitbull Brothers Натали, Бразилия, Клеберсон Суза. Его соперник в красном углу. Ему 25 лет. При росте 162 сантиметра. Его вес составляет 57 килограммов ровно. Его рекорд. Три победы, одно поражение. Представляет борцовский клуб Санкт-Петербург. Россия. Александр Колесник. Рефери в ринге Герихан Шибилов. На центр. Okay, guys, the rules you know. Listen my command. Command, stop, no action. Chicken. Good luck, corner. Ну и вот все у нас готово к началу пятого поединка. Уважаемые друзья, Клеберсон Соуса против Александра Колесника, боец из Бразилии против нашего соотечественника. Первый раунд. Из Санкт-Петербурга. Стартует у нас поединок. Ну и сразу же мы видим попытку тейкдауна со стороны Колесника. Не прошел тейкдаун, проход в корпус. Сразу же внутренним зацепом все-таки переводит своего соперника в партер Колесник. Работает сверху российский боец Клеберсон Соуза. Как и любой, наверное, бразилец, очень опасен в этой позиции, потому что абсолютное большинство бразильских бойцов – это большие мастера джиу-джитсу. Они очень хорошо работают именно с этой позиции, умеют придумывать разные вещи. Но пока что не особо получается у Соузы создать что-то опасное для своего российского визави. Но в то время как Колесник пытается слева добавить несколько ударов, попадает он в голову Соузы и отключает руку. Постучал Соуза, и очень быстрая победа, очень быстрый сабмишн. Да, там удушающий, по-моему, прошел. В этом скоротечном поединке на первой минуте 11 секунды первого раунда. Болевым приемом на руку. Победу одержал боец красного угла Александр Колесник. Борцовский клуб «Санкт-Петербург», «Россия».